Приветствую вас, дорогие друзья! В эфире «Патриот». Это программа, которая говорит о патриотизме. Здесь мы встречаемся с разными людьми. И сегодня у нас необычный человек. Человек, который имеет большую мечту в своем сердце – увидеть Украину без сирот. Поэтому я хочу вам представить Петр Дудник, руководитель социального проекта «Ты будешь найден». Мне бы хотелось усыновить свой город, свою страну. Так, чтобы каждый украинец от мала до велика услышал то, что я говорю сиротам. Ты будешь найден. Вокруг так много разбитых жизней. Люди как будто потеряны. Социально-экономическая нестабильность, неуверенность в завтрашнем дне, отсутствие в обществе четких моральных ценностей. Я вижу это как пастор, когда помогаю преодолеть пришедшему ко мне человеку кризис. Я вижу это как семейный консультант, когда вместе с супругами помогаю собрать осколки недавнего счастья. Я вижу это как общественный деятель, когда гуляю по улицам своего города, вижу людей, которые, часто пытаясь выжить, не успевают или же не умеют жить. Мои дети были найдены. Так же найдены, как и я некогда Богом. Так же, как будет найден каждый. Нужно всего лишь прийти к нему, потому что уже пора. Здравствуйте, Петр. Валерий, добрый день. Рад быть на программе. Спасибо за приглашение. Петр, вот скажи, я тебе прям вопрос в лоб. Ты являешься патриотом? Я думаю, что я даже больше, чем патриот. Мне нравится моя страна, моя земля, люди. Больше всего нравятся люди, город, в котором живу. И это не просто слова, потому что у меня в жизни были реальные возможности жить в других городах, в других странах Европы. У меня даже были готовые документы на выезд в Америку, когда-то родители подавали, и потом с годами они нам пришли. На постоянное место жительства. Да, на постоянное место жительства. И только из-за того, что внутри меня есть большая любовь к людям, среди которых я живу, я просто выбросил эти документы в мусорное ведро. Ну вот скажи, пожалуйста, а климат, наш климат, ну, правовой, вот о дорогах, о которых ты сказал, он хоть как-то сбивает же...